стало известно, по каким маршрутам будут курсировать новые автобусы, завезенные в столицу. Об этом Азертач сообщил Физули Садыгов, занимающийся пассажироперевозками в столице. По его словам, на днях в столицу было завезено 50 автобусов марки «Сизу», которые собраны на заводе в Турции. Эти автобусы отвечают стандарту Евро-5. У них просторные салоны, удобные сидения и оснащены они современной техникой. В автобусах установлена система кондиционирования. Они оснащены видеокамерами и видеорегистрами. Для свободного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями, а также пожилых людей в автобусах установлены специальные пандусы. В автобусах насчитывается по 24 сидячих места, а общая вместимость равна 69 пассажирам. Отметим, что одно из новшеств связано с тем, что автобусы оснащены автоматической коробкой передач. Не смогут сдвинуться с места, пока не закроются двери. На вопрос о том, по каким маршрутам будут курсировать новые автобусы, Физули Садыгов ответил, что в ближайшем будущем автобусы выпустят на маршрутную линию номер 65, а затем номер 61, 79, 18 и 85. Камила Алиева, Гюмет Мамедов, Азертач.